Всем здорово, всем привет. Сегодня начали копку траншеи под дренаж и будем еще копать траншею под геотермальный контур. Я растянул рулетку, приготовил гидроуровень, наполнил его, прокачал, убрал воздух. С помощью него перепроверяем уровень. В целях экономии щебня делаем уклон 1 сантиметр на метр. Ну, для дренажа этого будет достаточно. 110-я труба. Должно быть на 7 метров плюс 7 сантиметров 93. Все четенько. Понятно, что там еще при подсыпке щебнем все это нужно будет регулировать, но это я уже буду делать с помощью нивелира по сумеркам, по темноте, потому что с гидроуровнем это, блядь, такое себе удовольствие, при том, что я им пользуюсь первый раз в жизни. Так, прошли отметку 10 метров, уровень перепроверил, все четко. На 10 метров перепад 10 сантиметров. Ну, то есть так, как и планировал. Тут еще вон работает миник с буром, делает лунки под забор. 16 тысяч смена, стоит задуматься, чем париться вручную, может быть, имеет смысл. Я взял у этого товарища визитку. Так, немножко, короче, борщинули с этой первой дренажной каналой, первый блин комом, потому что уровень, бля, как оказалось, колба одна была лопнута, бля, новый уровень, и он, короче, показания я давал неверные. Я уже поставил шприцы, короче, чуть больше получился уклон, нежели чем хотелось бы, то есть от самой нижней до самой верхней точки перепад как бы больше, но колодец как бы встанет нормалек, а эту разницу придется скомпенсировать песком, дабы сэкономить на щебне. Разница, потому что в цене существенная, там 18 тысяч щебень, 8 тысяч песок. Это так. Едем дальше. It's 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Вроде маленький, а весит 2,5 тонны. Так, здесь будет домиком. А здесь оставляем 1,5 метра нетронутые вот эти вот для газа. То есть здесь вот так пойдет и туда вот так пойдет в дренажный колодец.
все на этой канаве уже сделали самую высокую точку, получается, повыше, чтобы не получилась она такая глубокая, как та. И здесь еще такая сопля пойдет. Тот дренаж уйдет, очень много песка и очень много щебня. Это нынче довольно затратно получается. Ну, будем считать, что это у меня будет магистралка. Нет худа без добра. Большой дренаж — это тоже хорошо. Вот когда скважины бурили, здесь яму копали для воды, для циркуляции. И вот вода до сих пор здесь стоит. Короче, с гидроуровнем, блядь, это трата времени. Один хуй трубу уже выкладывать надо будет с нормальным уклоном. Я уже натяну нитку по уровню, отобью ее нивелиром. И буду уже подушку под трубу из щебня делать четко так, как надо. А здесь мы делаем просто сейчас канаву под уклон. Просто с гидроуровнем это просто трата времени и не более. Так, чтобы не пересекаться с газом, вход геотермалки, принято решение было сделать здесь. А там уже внутри подсоколя он уйдет вот туда. Ну, в район канализационного стояка. Сейчас обкапываем по периметру на глубину метр. С учетом, что еще подсыпется, как раз выйдем на 1.20 м. Так, процесс копки идет. Я начал потихоньку укладывать трубу с уклоном сюда. Здесь вот сделал такой конденсатосборник. Тройник, отвод и заглушка. И подкопал там лопатой. Вот, и сверху еще пеноплекс. Сейчас надо уложить и перепроверить уклон, чтобы он был туда, на вход. Так, монтирую потихонечку контур. Да, тут обсыпается то, что копали под воду. Я успел, короче, все это дело поставить по уровню. И оно, бля, обсыпалось. Бля, ну тут визуально даже видно, что под уклоном. А здесь, короче, надо... А, ну и здесь чики-дрики. Уклончик есть. Максим прям как знал, копал. Красавчик. Уклон сделал туда, куда надо.
Хотя я ему даже забыл об этом сказать. Для сбора конденсата. Да, труба дешевая. Местами она овалообразная. Херово заходит. Я на силиконовую смазку собираю из баллона со светофора. Короче, вот эта леруашная 110-я труба, это просто пиздец. Я бы знал бы, я бы хуй бы ее купил. Я столько времени трачу. Она через одну какая-то нормальная, какая-то вообще нихера не вставляется. Тут еще большой вопрос. Я планировал один периметр контура, по факту получился периметр больше. Так, раз, две трубы, три трубы, ну грубо там плюс-минус. У меня три хуёвых трубы и раз, два, три, четыре отрезка. Ну, у меня есть муфты, должно хватить на кровофизнесу сегодня сделать, чтобы завтра уже засыпать. Так, что у меня по муфтам? Муфта. Раз, муфта. Два, муфта. И похоже все. Отводы есть с запасом. Планировал глубину траншеи под дренаж одну, получилась другая. Колодцы придется еще полутораметровые докупать вот сюда на углы, потому что там выстрелило то ли 1.30 м, то ли вообще 1.40 м. А эти, которые есть в метровке, куда-то придется допиливать. Так, у меня три муфты. И еще четвертую вот здесь. Ладно, будем продолжать. Все замонтировал. Уклон получился двойной, то есть с того угла на вход в дом вниз и от этого угла уклон вот туда. То есть, если вдруг и будет конденсат, то его можно будет собрать вот в этих точках. То есть, приемная труба, которая будет на улице стоять, туда можно будет запустить насос. И та труба, которая будет подниматься в дом, вот это вот. Там, где я сделал тройник и поставил сборник конденсата. Здесь нужно будет поставить косой тройник ревизионный. И можно будет тоже конденсат откачивать. Если он будет. Но я очень сильно сомневаюсь, что он будет при постоянном использовании данной системы. И этот, кстати, конденсат возможен только в летний период времени. В зимний его не должно быть. Так, что сейчас укладываем пеноплекс и завершаем на сегодня. Время уже 11 час, по-моему, где-то около того. Все, баста на сегодня. Я уже мокрый как лошара. Время 12 час или около того. Я положил пеноплекс 30-ку. Не пеноплекс, а экструзию Урса. 30-ку почти во всех местах, в два слоя. У меня еще остались обрезки. Эти обрезки я тоже пущу в дело, но уже не сегодня. Все, надо ехать отдыхать, сушиться и греться. Все, до завтра. Всем привет, всем хаюшки. Новый день. Я вчера нарезал пеноплекс, уложил его, чтобы ветром не сдуло. Там вот еще обрезки. Это надо будет тоже все пошинковать. И тут получается, короче, на два слоя.
Сейчас надо будет его снять и закидать по краям трубы. Потом опять уложить обратно пеноплекс, и уже приедет миник и засыпет это все дело. И зацепил я утеплитель. Сейчас один в один. 110-ку на входе и на выходе. На входе, конечно, не обязательно это делать, потому что она так или иначе забирает с улицы либо холодный, либо теплый воздух, ну, в зависимости лето-зима. Но я это сделаю, дабы обезопасить саму трубу от ультрафиолета, так как труба не рыжая. И зацепил я два больших дренажных колодца на 1,5 метра, и в диаметре они 500 по наружке и 435 по внутренним. Вот эти вот здоровые огромные колодцы, они будут центральными, скажем так, здесь вот, здесь и там они будут стоять. Основные приемные будут, и отсюда уже по мере надобности, если то, можно дренажным будет насосом туда в каналу, потому что я не хочу ничего копать через дорогу. Ну, короче, тут уже время эксплуатации покажет. Ладно, что, я переодеваюсь и начинаю копать. Я сегодня еле встал, и вчера уже в первом часу или 12 приехал. Лопатки точеные, так что все должно быть чики-дрики. Погнали. Я сегодня уже лучше подготовился, оделся потеплее, вон кофтец, резинки, потому что я вчера вообще был весь как чушка, просто как этот домовенок для Кузи. Так, вот у меня три вида утеплителя: 110, 114, 160 и 133. Сейчас посмотрим, что на что будет наложить. 110-ку, 130-ку я одел. Я здесь одел два более толстых, 114, 13-миллиметровый, и 160, 12-миллиметровый. A young man catches fire. This is Phoenix. Like a phoenix, you burn.
все, я закончил. Там получается вот так вот, два слоя. Потом один слой, и у меня, которые остатки были, я вот из трех накидал. То есть это та часть, которая уже на вводе в дом. То есть она более сильно утеплена, нежели чем та сторона, откуда забор идет. Сейчас в течение получаса приедет мини-экскаватор. Вот эта задача сегодня, вот это все отвалом завалить, утрамбовать. Потом по периметру дома где-то миллиметров 30-40 копается канава под ливневку. И от нее с хорошим уклоном канава пойдет сюда. И здесь будет стоять дренажный колодец. Там два маленьких, 350-ки метровые. Здесь пойдут, здесь и там пойдут полуметровые, метр в высоту 450. И на концах будут стоять вот эти полуметровые в диаметре 1500 миллиметров в высоту. Так, и еще два колодца. Один колодец метровый узкий будет стоять вот здесь напротив столба. К нему потом подключится ливневка и дренаж от гаража. Как раз здесь будет стоять. Короче, неправильно я сказал. Здесь пойдет там в самом начале маленький метровый, потом посередине маленький метровый. Здесь станет 450 метровый, здесь 500, 1500. Это получается у нас уже 1, 2, 3, 4 колодца. Там в углу маленький метровый. Здесь 450 метровый и вот здесь 500 полутора метровый. И сюда получается маленький метровый оставшийся. Да. Приехал Максим, разгружается. Время 18:17. Бля, хорошо глянул фонарь подсветки внутри салона, задний горел. Уже еле-еле запустилось. Бля, пиздец. Когда пихал колодец, видимо, кнопочка нажала. Поэтому запустил, пусть подзарядится мальфа. Так, траншея под ливневочку почти готова. Вот от того угла пойдет сюда уклон и туда уклон. Так. И так. И здесь туда в магистральный дренаж. Через дренажный колодец. Кто-то, блядь, скажет, что так делать нельзя. Как, ёпте, блядь, делать? Это все пойдет здесь не перфорированной трубой. Ливневая система, вот она, ливневая система. Вот, блядь, дренажная система. Они связаны с собой через коллекторный колодец. Это как бы, блядь, нормально. Куда-то надо деваться в воде. Так, ну чё, все, закончили. Я лопата еще подчистил. Колодец. И ливневочка здесь будет с дождеприемниками. Сделали. Понятно, что немножко там как бы ослабили сваи, но опять же, чё мы там ослабили здесь. Прокопали на тот уровень, где плодородная земля, а она как бы
ни хрена не держит. Сейчас что, завтра щебень, песок заказываю, привозят, делаю ливневку, развожу ее. И нужен большой экскаватор. Нужно будет поставить колодцы, раскатать геотекстиль и большой экскаватор с погрузчиком, чтобы засыпать щебень, закрывать его и сверху песок, потому что руками это будет сделать, ну, неделю-две в одну каску, тут можно умереть. Как-то так. И все, и после этого, как дренажи заполнится, экскаватор растащит мне вот этот оставшийся грунт и подымет. Экскаватор JCB-ха с погрузчиком. И в принципе земельными работами все. Останется только потом завести газ, под который оставлено пятно. Единственное, что он будет пересекаться с ливневкой, но можно так сделать. Вот он газ, и вывести на вот этом удалении трубу. Каркалыка единственное будет. Ну, можно будет дренаж, короче, подразобрать и соединить, потому что тоже не проблема. Так или иначе, канализационная труба. Она в принципе и куда-то где-то не денешь. Труба воды. Но мы сделали все максимально так, без пересечений. Вот единственное пересечение. Ну, которое живое, скажем так. И с газовой трубой. Вообще, конечно, можно будет подкопать.